И всем привет, дорогие подписчики моего канала, с вами Матликов Чел, и сегодня я хочу вам сказать, что да, реально долго не было видео, но я надеюсь, вы не простите, так как вы, наверное, знаете, почему я писал в группе ВКонтакте, ну вот, вот такие делишки, так что сегодня я хочу такой мини-гайдик, как сделать красивую, ну не красивую, так, среднюю аву для вашей группы ВКонтакте, ну вот. И сегодня мы будем делать для моей группы ВКонтакте, если вы знаете. А, давай. То нам надо. Создаем файл. Вот я уже создал 250 пикселей на 600 пикселей. Вот создали. Именно такой размер. Так, я тут себе понакачал много селей. Потом что мы делаем? Выбираем любую фотку. Любую фотку. Абсолютно любую. Ну, в моем случае это будет, такой, сейчас, подождите. Ну, вы можете любую, вот я вам скину вот эти все, ну, хотя не знаю, может, я не скину, может, я скину, ну, может, я сначала не буду скидывать, а потом где-то через время скину, ну, да, это возможно. Так, я возьму себе для авки, для аватарки. Да, вот такую можно взять. В принципе, красивая. Красивая, да, красивая. Ну, блин. У меня ступал сюда. Ой, господи. Ну. И что? И что? Ну, и? Ну? Как вы видите, у меня новая шапочка на YouTube-канале. Ну. Возможно, видите. И ава новая. Вот это вообще мне бесит такие рекламы, что прям говно. Так, все. Расширяем. Ой, лучше бы сейчас не снимал, потому что мне все лагает. И не сам комп. Сам комп. Все. Расширяем. Что делать? Расширяем картинку. Вот, расширяем до самой этой штуки. Вы поняли про какую штуку, да? Так, да. Так, все, да, так. Ну? Как меня это бесит. Все норм. Что за херня? Берем теперь, пишем что-нибудь так. Если он пишется. Берем, ставим хотя бы такую и... Там ничего не пишется. Делаем. Теперь так. Так, уже все пишется. Так, теперь делаем. Потом это все. Нет. Что за. What the hell? Матлигоу Channel? Что? Что нахрен? Как это возможно? Точнее, стоп, пошли сами. Матлигоу. Что за херня? Ну, о, все норм. Сейчас сбавляем темпик. Что сейчас несу? Господи, ребятки. Господи. Так, все, нет. Что я делаю, господи? Ем так. Стираем, пишем. Мат. Ой, господи. Господи, помилуй. Мат. Лигоу. Ненавижу. Не, ну, люблю, конечно. Мат. Лигоу. Че? Нет, неправильно уже. И, кстати, сегодня, возможно, еще выйдет новая серия ХГ. Я буду играть с другом. Вы наверняка не знаете. Вроде бы так пишется группа, если нет, то уже ничего не изменить. То еще, возможно, я это видео не буду вообще заливать. Хотя, кто знает. Так, теперь берем, ищем какой-нибудь стиль. Ну и... Не, говно. Я там уже присмотрел один, вот такой вроде бы. Не. Такой, не. Такой. Не. Такой. Нет, я там знаю, был очень классный стиль, что прям, когда вот так вот прям тут все было вот так размазано. Ну, очень классно было.
Вроде вот такой. Нет. Такой? Нет. Что-то было связано с синим, вроде бы. Такой? Нет. Ну и что дальше? Такой может? Нет. Тут уже все стандартные, потому что тут уже выбирать нечего. Давайте какой-нибудь простенький. Давайте такой. Нет, тут слишком выделяется. О, вот это такое ставим. Теперь что мы берем? Рабочий стол. Можно зайти потом фотки. Господи, так много дерьма. Что это такое? Нет, все, нет, я помню, что такое. Только не открывайся. Нет, не надо. Не надо, пожалуйста, нет. Нет, я вам это говно не показал. Хотя, что там говняно, собственно говоря. Притаскиваем это сюда. Так. 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 Расширяем. Поднаклоним, может? Поднаклоним. Хочу поднаклоним. Нет. Да. Хотя, может, так, в принципе. Чуть побольше где-нибудь. Как-нибудь вот так. Сейчас посмотрим. И это... Говно. Да, я знаю, это говно, кажется, большое сейчас. Я... норм. Так, теперь берем с вами... что несу? Так, теперь волшебный ластик тыкаем. Ок. И убираем весь фон сзади. Вы видите, как это все происходит? Я надеюсь. Так, все. Как-то тупо. Ну ладно. Теперь что мы делаем? Теперь мы опять берем текст. Текст. Тут пишем. Что? Что? Применение инструмента текст невозможно. Первичный рабочий диск. Что они несут? Господи. Ой, что творится тут? Господи. Помилуй меня. Ну окей. В принципе, думаю, такая будет норма. Нет, это говно. Потому что я хочу что-нибудь тут еще написать. Redmine Team. Мне кажется, это не получится. Сегодня был такой... Маленький, хотя, может, получится, нет? Нет. Сегодня, хотя, сейчас я поставлю на паузу. Возможно, получится. И все-таки нет, ничего не получилось. Я все облазил, все испробовал. В принципе, вот такую можно вам сделать. Я вам подробно все показал. И думаю, вам понравилось это видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И чем больше лайков и просмотров, ладно. Чем больше лайков, тем быстрее будет выходить новое видео. А на этом я с вами прощаюсь. С вами был MatLego. Всем пока. Всем пока.